На празднике весны в культурно-досуговом центре «Кировец» танцуют танго и бит-рок. Бал, посвященный прекрасному полу, прошел в Кировском районе. Танцевальные встречи проходят в Кировце дважды в месяц. Среди гостей культурно-досугового центра только любители. Конкурсы здесь проводятся, но только шуточные, в перерывах между танцами. Стабильно в зале собирается не меньше 50 партнеров. Мы всегда стараемся подобрать какой-нибудь интересный материал, чтобы от нас люди ушли не только, как бы устав от танцев, что называется, да, но и еще что-то новенькое, интересное узнали. В ближайших планах организаторов танцевальный вечер под открытым небом в рамках Петровской ассамблеи. Его собираются провести 4 июня в парке 9 января. Прийти, как всегда, может каждый, кто знает хотя бы азы заявленных танцев. Ограничений по возрасту нет. Для тех, кто хотел бы участвовать, но танцевать пока не умеет, Кировец проводит любительские курсы. Времени на подготовку достаточно.